меня зовут мистер Роникс, и после такого обобительного вступления я вам хочу пояснить, что же все это значит. Ну, первое, это первое видео, как вы поняли, это, наверное, мое самое первое видео, надеюсь, вы поняли. Второе видео, это видео, которое, ну, первый стрим, а третье видео, это видео, которое набрало самое большое количество просмотров на моем канале, то есть больше, ну, где-то 350 около того. И последнее видео, ну, это чисто просто видео такое, в таком формате, типа клип, такое. Ну, я сейчас не об этом, я сейчас о том, что на моем канале набралось 100 подписчиков. На канале, который называется The Mr. Bronix. Что же хочу вам сказать? Об этом много, можно долго говорить, но я постараюсь уложиться пару минут. Спасибо большое, я не ожидал никогда, что когда-нибудь на моем канале наберется такое большое количество подписчиков. Честно, даже на не надеялся. Помните, как я отмечал, ну, если вы, конечно, с самого начала со мной, как я отмечал 10 подписчиков. Вот сейчас я отмечаю 100. И мы с вами потихонечку, очень потихонечку идем. Надеюсь, дойдем до 500 и там до 1000. А уж потом как пойдет. Вот. Но это не самое главное. Самое главное, что вот вы, люди, смотрите меня. Вам интересно меня смотреть, и мне это очень приятно. Мне вот видео на ютубе, он канал у меня существует достаточно долго, да, хотя я часто его забрасывал, да, но сейчас восстановил. Вообще, это все мне придало уверенности в себе, я более-менее развел свою дикцию, ну, более-менее, вот, и развиваю иногда свою речь, стихи помогают читать, читать просто с выражением, это очень хорошо, но все равно. Большое вам спасибо. Thanks for... как это слово читается, не помню. Спасибо вам большое за то, что вы 100 человек меня смотрите. Так вот, вот вам мое доказательство. Вот, вы видите. Видите, что здесь цифра 100. В данный момент у меня уже 102 подписчика. Так что... это же очень хорошо. Так что продолжайте смотреть... продолжайте мне ставить лайки и подписываться, и зовите друзей, реально. Вот, а что еще хочу сказать? Скоро выйдет видео новое по купительной игре, интересное очень. А на каких летних ему ее? На летних каникулах стопудово будет. Но на этих осенних каникулах будет видео по Sims 4 и плюс парочка стримов, да, будет. Нормальных, не бойтесь, на качество видео нормально будет не тормозить, и в принципе нормальное качество. Но, есть одно но, снимать я буду не один, а с моей сестрой, да, так как мы приезжаем к ней в гости, и там я буду снимать видео. Так что на моем канале в ближайшие пару недель появится много новых видео, в том числе и стрим. Так что на этом мое видео заканчивается, а меня зовут Мистер Роникс, и поставьте лайк и подпишитесь, если вам понравилось данное видео. Спасибо вам большое за 100 подписчиков, я желаю вам всего хорошего, отличного дня. Всем пока.